То есть зеркалами доезжай. До второй линии. Чтобы они вот сравнялись. И руль влево наворачивай. То есть все то же самое, как и раньше делала. Нет, первый. О, смотри, руль до упора не крути, а то отключится. Я это. Вот всё, это. Я говорю. Давай влево едем, осмотрим в правое зеркало. Да. То есть задача у тебя в зеркале угол увидеть. Ага. Ты там аккуратнее ходи, а то задавлю еще ненароком. Не задавить инструктора. Так. Да, опусти маленько. То есть вот угол увидела, и теперь задача его обогнуть. Включай заднюю. Слушай, ну ты меня прям без ножа режешь. Ну давай, давай. У тебя время будет ограничено. Двумя руками только руль крути. Вот. И сдаем назад и смотрим, как автомобиль себя будет вести. Тот ситуация, когда он хорошо заходит. Можно считать, что тебе повезло. Стой. С рулем просчиталось. Рулевая колодка прямо должна стоять. Вот так вот. И назад. Все то же самое. Зеркало подальше. Маленько проедь, рано стало. Вот, крути влево. Руль ослабляй маленько, отключится. Он ослабленный. Вот. А больше проезжай, еще дальше. Еще. Стоп, еще маленько. Да я знаю, да. Почему ты меня сейчас? Еще проедь. Ага. Давай. Стоп. Сейчас я буду крутиться, я да, знаю. Да, включай заднюю. То есть это другая ситуация, которая может возникнуть. Руль вправо до упора, руки на руле. То есть это ситуация, когда будет машина поджиматься. Ага. То есть видишь, что идет? Да. Сужение. Еще маленько сдай, чтобы было видно то, что расстояние сужается, и ты не влезешь. Еще, давай. То есть также надо колесо поджимать к углу. Стоп. То есть в этой ситуации руль выравниваем. То есть колесо к углу, стоп. И теперь руль вправо до упора. Ай-яй. И заезжаем. Так, сделай все. Дальше проезжать так же? Не, так же все, руль влево. Вот, не торопись, я тебе скажу, когда. Угу. Все, маленько. Стоп. Вот, включай заднюю. Не включается. Все включилось. Как не включается? Все. Руль вправо. Так. Ого! Все понятно. То есть вот такая ситуация будет возникать, когда ты маленький угол сделала. Ага. То есть видишь, едешь в стену? Да. Стоп. Вот, включаем первую. Руль влево. До упорчика можешь. То есть и со второго раза уже будет делаться заезд. Я поняла. Все, хорош. То есть вот три варианта, которые могут возникнуть у тебя при парковке. Слушай, ну это прям жизненно. Это жизненно. Серьезно. И раньше так обучали, до тех пор, пока не запретили включать передачу заднюю. То есть вот тем самым, как бы, Министерство образования. Стой, корректируй. Обрубило хорошее обучение.
Что-то мне кажется косовато. Ну, нормально, нормально. Нормально? Потянет. Заднее колесо напротив вот этого конуса ставим. Вот этого, да? Да, то есть это угол автомобиля будет. Так. Стой, 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 далеко уехала. Маленько назад вернись. Вот так вот. Теперь руль в сторону парковки. Вот. И сдаем назад. В левое зеркало три конуса ищем. То есть в жизни это будет морда автомобиля. То есть автомобиль изгибается примерно под 45 градусов. Теперь руль выравниваем. То есть это идет уже заезд в само парковочное место. Вот, сдаем назад, пока вот эта стойка у тебя не окажется в углу лобового стекла. То есть вот это. Стоп. Еще маленько поглубже. Вот так, стоп. И теперь руль влево. То есть движение руля тут не повторяется. Шикарно. Вот. Ну такое. Руль прямо поставь. И назад сдай. Вот. Но специально я тебе так сделал постановку. То есть надо было поглубже маленько заехать. Да, да, да. Вот. Теперь задача какая? У нас машину сдвинуть вправо. То есть вот у тебя впереди расстояние около 2,5-3 метров. Включай первую передачу. Вот, один оборот руля вправо. И вот сдаем половину этого расстояния. А, про то, что ты мне говорил. Да, да. Вот так вот. Теперь влево. То есть машину еще маленько проедь. Машина у тебя сместилась, но сместилась не намного. Вот, стоп. Чем круче будет поворот руля, тем больше, соответственно, у тебя будет смещение. Включай заднюю и то же самое, только задним ходом. Только до упора давай сделаем теперь, чтобы разницу увидела. То есть тоже сзади расстояние 2,5-3 метра. Еще больше сдавай. Еще маленько сдай. Вот так, стоп. И теперь руль влево. То есть принцип как раз такой, что в одну сторону крутишь, потом в другую. То есть вот таким образом мы можем подкорректировать. Ну, соответственно, чем меньше расстояние, да, там спереди, тем, ну, больше придется туда-сюда, ну, да, дергать машину. Вот. Или, допустим, ситуация у тебя получилась, когда плохо встало. Ну, сюда выйди влево, в исходное положение. Нет, влево крути руль. Еще, еще, еще. Выравнивай руль. Вот так вот. Стоп, включай заднюю. То есть, ну, машина влево поджимается потому, что мало заехала. Поэтому сдавай назад с прямым рулем. То есть подкорректировать таким образом тоже можно. Еще назад. Вот так вот. И руль влево. То есть, видишь, она у тебя глубже. То есть поджалась к бордюру больше. Молодец. Теперь таз. Бог парковки.